Просим у мужчины помощи, он всегда поможет. Всегда. Но нужно эту просьбу изложить через просьбу о помощи, о совете. Он всегда включится, всегда поможет, всегда горы будет сворачивать, чтобы сделать это. Потому что его природа помогает женщине, защищать женщину. А если мы на него нападаем, если мы на него давим, пусть с нашей точки зрения кажется, это не нужно делать, что он недостойно себя ведет, в спортзал не ходит, там, еще что-то, там, деньги не зарабатывает. Ну, все всякое может быть. Но я такие вопросы просто самые распространенные. Если мы его начинаем отдавливать на него, это всегда приведет к нежелательным последствиям. Если мы проведем другим путем, тогда будет хороший результат.